Председатель Совета ветеранов Магаславской области Серикбай Тулетов, председатель Совета ветеранов Каракианского района, ветеран села Житыбай, председатель Совета ветеранов села Мунайша встретились с жителями села Житыбай, которые ранее перекрыли дорогу на нефтепромысел АО «Магаставмунайгаз». В ходе разговора Серикбай Тулетов отметил необходимость решения подобных вопросов только в рамках действующего законодательства. Глава Совета ветеранов Магаславской области рассказал, что в Совет старейшин обращаются также жители других сел, которые просят о справедливом распределении имеющейся вакансии. Тулетов отметил, что необходимо использовать все возможности для трудоустройства, предполагаемых государством, подчеркнув, что трудоустроить всех желающих в нефтегазовую отрасль невозможно. Не менее важно сохранение принципа честности и открытости при распределении имеющихся вакансий среди жителей области. Безапелляционные требования о том, чтобы отдавать большую часть вакансий одному селу в ущерб населению других сел, неправильны и несправедливы. От имени старейшин в этот священный месяц Рамадан прошу вас обсудить сложившуюся проблему и прийти к мирному решению.